Приветствую вас, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть за Тувинскую националистическую республику Hearts of Iron 4. Вот, в прошлой серии мы окружили здесь огромное количество дивизий, около сотни, наверное, так и назову предыдущую серию, окружение сотни дивизий. Вот, также я здесь нарисовал план, задал ему, куда наступать, вот такая вот стрелочка. Давайте врубаем, хотя написано, что... План рискованный, не знаю, в чем тут риск, если они тут практически все поумирали уже. Вот, ну, там разберутся, я думаю, на автомате уже разберутся с этим. Хорошо, тем временем у нас здесь в направлении Германии, в направлении Западной Польши наступают наши войска. Ну, наверное, все-таки стоит подождать, пока здесь все разберется, разгребется, скажем так. Так, тут все сразу не хватает там снабжения, не хватает нам этого, не хватает нам этого. Ну, вижу, наступают, да. Ну, пусть наступают. Так, тем временем посмотрим, что у нас здесь творится. Тут у нас подходят дивизии. Тут у нас небольшой такой прорывчик, но дальше, ну, тут тяжеловато, тяжеловато. Много врага войск наступать. Тут я вижу, они что-то стали такие, стоят, смотрят. Давай мы будем наступать. Тут враг какие-то прорывы, окружение, что-то он тут мудит, крутит. Вот. Здесь на юге Китая мы понемножку что-то мутим, крутим. А, против этих я пока что не воюю, против Португалии. Ладно, угу. А, кстати, было бы неплохо. Вообще, знаете, как нужно тут делать? Нам нужно фабриковать претензии. Ну, сначала нужно сюда подвести войска, а затем фабриковать претензии на всю вот эту Южную Америку и постепенно объявлять им войны. Вот. Иначе, если я, например, завершу войну против оси, вот против немцев, там против японцев, итальянцев, то... Будет мир, и тогда фабрикация претензий будет занимать просто огромное количество времени. Сейчас у нас, смотрите, по 30 дней оно все идет. Давайте, наверное, начнем с Португалии. Ну ладно, сначала пока что это делать можно, ну как бы можно не делать. Вот, тут нужно вот этих всех разобраться, чтобы они капитулировали. Разберемся. У меня еще там войск нету в Южной Америке, так что тут спешить пока что некуда. Также вот здесь у нас есть немножко небольшой такой прорывчик. Тут мы окружили этих 17 дивизий. Они, вон, видите, не могут выбиться. Тут эти 4 просто стоят. Пусть здесь стоят. Там итальянцы фигней страдают. Вот. Здесь япошки... Ой, то есть немцы. Немцы пробуют... вырваться отсюда. Мы атакуем, конечно же, получаем огромные штрафы. Это у них там защита хорошая. Но у них, правда, организации вообще нету. Но у меня уже тоже, вижу, нету. Так что, стой. Пусть уйдут, я себя тут потом так заберу. Эти проволочки. На халяву, можно сказать. Так, тут как наступать? Как оно тут? Вот здесь есть соединение или нету? А, нет, тут так оно перерезает. Ладно. Ладно. Тут давай пошли вперед. Тут давай тоже все, кроме тебя, пошли вперед. Так, людские ресурсы чуть-чуть есть. Чуть-чуть. Немного, но есть. Вот. Что дальше? Здесь можно, конечно, наступать, но как-то леньки. Если сюда ты пойдешь, ты пройдешь 4 дня. Если ты пойдешь 5 дней, 4 часа. Эти сюда идут, нет, они не идут. Ну давай, будешь пробовать. Попытка не пытка. Так, вы, парни, давайте помогите вот сюда. С тыла, чтобы эту китайскую танковую дивизию окружить. Так, ты идешь сюда. Тут пока стоим. Тут пока что, наверное, не стоит куда-то наступать.
Правда, что вот так можно так чик сделать, чтобы они там паниковали, кричали «Мама, спасай!» и так дальше. Так, здесь мы окружили еще две дивизии вражеские. Так, замечательно. Ты идишь сюда. Хорошо. Танчисы. Ой. Что-то не то взял. Ого. А как я его тут выбрал? Ну ладно. Видимо, здесь где-то класнул. Не в то место, не в то время. Так. А вы вот так. Ой, не то нажал. Вот так я вообще запись включил. Да, запись включил, хорошо. И тут одна дивизия. Не знаю, что с ней делать. Ты у нас пойдешь сюда, ты у нас пойдешь как-то сюда. А вы давайте оба сюда, что ли. А, танк стоит. Кстати, вот этот стоит. Никуда он не движется. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ну, закрывают котелок. Пусть закрывают. Так, что у нас тут? Туточки. Давай вперед. Вот этот лодзь. Эту лодзь. Мы будем попросту окружать. Штурмовать ее нет смысла. Как мне кажется. Потихоньку продвинемся. Вообще-то надо спешить. Тут через у меня, через два дня выходит. Ну как у меня, у всех выходит. Но и вот это DLC. Я там хочу поиграть за одну страну. Сложную. За какую не скажу. Хотя вы уже увидите. Эта серия, скорее всего, что выйдет, когда уже и DLC выйдет, и эта серия. Хотя, может, и не выйдет. Может, и не увидите. Не знаю. Что вам сказать на этот счет. Так. Он сюда атакует. Я атакую туда. Так, а что я тебя не вижу? А, ясно, тут мега супер крутые дивизии. Так, атакуй сюда. Ты атакуй сюда. Ты у нас иди сюда. Ты у нас тоже иди сюда. Ты правильно иди сюда. Давай, помоги ему. Так, я где-то здесь кидал авиацию. Вот сюда. 400 штурмовиков, но правда у них тут, как видите, плохо они достают. Кстати, где они? Сычуань. Давай ты полетишь вот сюда, и отсюда ты уже будешь тут работать, хотя тут тоже показывается слишком большое покрытие. Ну это как бы он покрывает вот тут свой радиус, а типа не может куда-то вон туда на север далеко достать. И вот он уже говорится нам, что мол у вас там штрафы большие, что все плохо, все пропало и так дальше и тому подобное. Вот так, ты иди сюда. Тут немчура, вижу, отступает, значит погоним мы их в шею, ибо нефиг. Так, а что у нас здесь? Ага. А не, смотри, наступаем. А это они отсюда выходят. Правильно, иди сюда. Да неужели вы дадите нам вот тут так окружить? Серьезно? И вы ничего не делаете, не выходите, ничего. Ну вот тут какая-то типа попытка прорваться. Странно. Так, потопили два корабля. Тут у меня только подлодки действуют, там даже авиации нету. Как там умудрились потопить этих? Ух ты! В смысле? А как они это сделали? Я же тут кусочек только им дал. Охренеть.
Реально охренеть. А как это вы так замутили? Так, вот давайте посмотрим, куда нам бы прорываться. Ну, я думаю, вот сюда, на Венгрию. И уже вот потом сюда. Германии просто не особо хочется, чтобы она капитулировала, потому что... Вот я не знаю. Вот я не знаю, если она капитулирует, война закончится или нет. Ну, по идее, не должна. По идее. Так что, вот я даже не знаю. Ладно, давай вот эту армию... Пробуем вот здесь. Хотя тут, конечно, не особо хорошо. Хорошая идея прорываться. Тут, горы есть. Но если они будут действовать очень быстро, то я думаю, все у нас получится. Вот так. Здесь, кстати, перешел через реку. Тут румыны что-то оставили фронт. Мне, кстати, уже не хватает то ли ресурсов, то ли людей. Ну еще бы тут несколько на них ядерных бомб скинуть. Еще бы не хватало. Мензян капитулирует. Отлично. Ого. Так, отступай. Отступай, отступай. Ай, начинается. Начинается. Только сел записывать сразу. Ты всем нужен. А как ты не записываешь? Назар? А кто это такой? Где-то слышал. Где-то слышала о таком. Ну что он такое? Что он представляет из себя? Я не знаю. Так. Иди давай сюда. Давай иди сюда. Ты типа сюда у нас идешь, то отцепись от меня, господи. Не доходит до человека. Звонит и звонит. Мы уже отрезали. Тут нам передали немножко территорий. Но я тут, наверное, что не успею. Ну, они, вижу, полностью все оставляют. Тут одна зараза бегает, не даст покоя. Так, ты тут уже не сможешь ничего сделать. А, они туда еще заводят войск внутрь котла. Гениально, просто гениально. Так, через реку в город танками. Гениально, Назар, гениально. Через реку. Пойдешь сюда, затем сюда. Наконец-то тут мы отрежем. Хорошо, но правда вот здесь они могут прорываться. Ну и пусть. Пусть себе прорываются. Тут пока что выжидаем. Пока что рано что-то делать. Так, что у нас здесь? Тут мы наступаем, да? Пойдем, значит, вот так. Тут нам не дали. Не дали наступать. Сейчас, если так я сделаю... Как-то давай вот так, что ли, попробуем. Может, что-то получится. Ладно. Ладно. Вот так. Ты давай сюда. Ты давай сюда.
Танк сюда. Вы сюда. Ты вот так. Вот так давай. Отсюда тоже подержи немножко огнем. Вы тут пробуйте. Ого. Какая-то защита конкретная. Не-не-не, стой. Сюда давай попробуем. Тут тоже. Японцы, видимо, начинают подтягивать немножко своих войск. Так, все тут они сделают. Давай, значит, пойди сюда. У нас просто вот эти пехотные обычные дивизии, они лучше, чем моторизированные. Ёханый баба, это что такое? Это что такое? Зачем я сюда, немцы, 30 дивизий? У тебя скоро Берлин возьмут, а ты 30 дивизий в Китай отправил. Ты дурак или что? Или как? Так, давай, вперед, пошли. Так, получили еще немножко людского мэнпауэра. Да, людского мэнпауэра. Масло масляное, да? Гениально. Еще бы сказал людской человечности. Так, что у нас здесь? Ну, здесь мы удерживаем где-то треть армии оси. Где-то так примерно. Давай тут попробуем. Раз уж они тут убрали немножко войск. Стоять. Вот это было неожиданно. Вот это было неожиданно. Они, видимо, они, наверное, десант сюда закинули. Я просто перешел вот этими армиями вроде бы сюда. Я типа хотел контролировать этот пролив. И они, вот вижу, замутили себе тут высадочку. Но не тут-то было. Вовремя заметил. Так, конвои. Ну и приходят, уходят. Такое. Лятно. Тут тоже напихали этих дивизий. Зачем оно вам? Ну что, будем пробовать здесь. Тут ситуация по-прежнему стабильная, можно так сказать. Еще две сюда дивизии. Попробуем так прорваться. Так, Ганчжоу мы взяли. Хорошо. Немцы сюда перекидывают войска. У меня, видимо, тут проблемы, да, огромные проблемы со снабжением. Тут, я так понимаю, ну, мы не захватили этот регион, плюс есть проблемы с поломанной инфраструктурой практически полностью. Она разломана. Ладно. Значит, будем потихоньку выводить отсюда войска. Так, а что эта дивизия? Не понимаю, что она тут делает. Давайте сюда. И половину вот сюда. Стой. Ты у нас сюда перекинула. Хорошо. Так, эти отсюда уходят. Я просто хочу убрать отсюда танки. Заменить их пехотой. И вот тут немножко прорваться. Так, новые фабрики, которые ничего не производят. И поставим бомбера. Ай-яй. Уходим. Уходим пока что. Так, этот прорвался. А эти не могут тут прорваться. Ну, это, наверное, из-за реки.
Ух ты! Вот это, конечно, красота. Неплохо. И что это, подлодки типа потопили? Ух, нифига себе. Подлодка потопила линейный крейсер? Я думал, они только годятся против конвоев. Ого! Ничего себе. Неплохо. Скажу, я думал, вот этот наш флот потопил. Ого, вы видели? Я там что, потерял авианосец? Я не знаю. Блин, я слишком быстро закрываю. Нажму, сразу закрываю. Не надо так делать. Да, немец решил китайцев защищать вместо себя. Это все, что вам нужно знать об искусственном интеллекте в Hearts of Iron 4. Так, ну что тут наше прорывается? Прорываются. Давайте мы им еще добавим немножко войск. Хотя они и тут все не используют, я вижу. Так. Хотя можно поставить просто чисто, ну, чтобы они как бы заполняли собой вот эти вот все, эту линию фронта. Да, тут пошел неплохой прорыв. Тут пока удерживаем. О, захватили, кстати. Красиво. Значит, иди попробуй здесь удержать. Так, эти пока что еще живы. Эти пока что тоже живы. Можно вот так сделать. Тебя вот сюда. Да, вы тут что-то сильно умираете. Выведем пока что эти войска сюда. Не надо тут столько войск. Что-то переборщил я. Так, танки вот сюда. Тут нужно прорываться просто к его столице, чтобы он капитулировал. И все. Класс, никто нас не прорывает, не пробивает. Да, танковые дивизии немецкие. Вот тут бы можно было попробовать. Раз уж там у нас есть снабжение, почему бы и нет. Сейчас они будут атаковать, пока они успокоятся. Что у нас тут? Вроде бы все неплохо. Ну, как сказать. Вот здесь есть такой прорыв. Тут вообще ничем не перекрыто, ничем не защищено. Так, а зачем ты сюда идешь? Лучше давай иди сюда, а ты будешь пробовать вот этого выбить. Тебя мы поставим куда-то сюда, чтобы ты тут просто пока что прикрывал. Так, здесь мы практически полностью
все сделали. Так, ты идешь сюда, затем это тебе отключаем, и ты пойдешь пешком вот так. А вот и четверо будете тут пробовать через реку атаковать, потому что я могу. А ты у нас пойдешь вот сюда. Да, здесь мы смогли выбить врага. Значит, две оставляем, остальные пойдут сюда. Вы поможете, чтобы был бонус на атаку с нескольких направлений. Так, еще бесполезных заводов. Не знаю, ставлю все на тактические бомберы. Мне, в принципе, хватает пока что всего, что есть, всего, что нужно. Вот. Ну, тут давай танками только будем пробовать. Получится ли? Я думаю, что получится. Так, дальше. Вы всех шесть пробуете занять вот эту провинцию с небольшой крепостью. Хорошо. Но вы тут практически закончили свой план. Задание, точнее, не план, а задание. Видите, он просто даже не подтягивает эти войска, потому что снабжения не хватает, и он, наверное, что считает, что ему хватает того, что есть. Давай вот так попробуй пробиться. Вообще можно всю вот эту красную армию добавить вот сюда. Здесь из нее сделать красную. Вот так. И попробовать к Бухаресту прорываться. Тут идет наступление, но как-то вяленько. Вяленько, да. Здесь еще можно окружить достаточно большое количество войск. Опа, опа. Что это вы тут оставили неприкрытую провинцию? Кто ж так делает-то? Ну вот, пойдет Словения. Затем попробуем Венгрию. А затем попробуем Румынию. Так, тут у нас что? Тут все хорошо. Тут у нас что? Давай пробуй вот так. А затем сюда. Хорошо. И что, он еще не капитулировал? Гуанси. Серый флаг с солнышком. А не. Но еще есть победные очки. А где? Тут нету. Где у него победные очки? У него же только столица оставалась. Алло. Гараж. Вперед. Так, тебя мы сюда, тебя сюда, ты еще вперед продвинешься немножечко. Ты давай на ускоренном сюда. Ты пойдешь за танками. Танк пойдет сюда. А вот так вот. Ты у нас так. И у нас так. Танк попробует как-то вот так. Ты давай вот так. Ты давай вот так. И тут немножко продвинулись. Хорошо. А давай вот сюда. Угу.
Словакия капитулирует. Отлично. Ну, какие-то бомбардировщиков старых захватили. И то хорошо. Так, стопэ. Ой, не так, стопэ. Дальше. Куда мы двинем? Двинем мы вот так вот. Нет. Вот сюда. И вот сюда. Тут в Карпаты постараемся не заходить. Я думаю, мне хватит тут техники, чтобы прикрыть это все. Эту линию фронта вот такую. Венгрия капитулирует. Отлично. А ничего, мы наступаем. Наступаем. Еще заводики. Что мне делать с этими тактиками? Да, тут такая странная линия, конечно, получается. Но ничего, ничего. Этих танков еще сюда припишем. Сейчас пусть они там выровняют все, чтобы нормальная была линия фронта, потом нарисуем еще очередное задание для них. Так, тут вас походу выбили, да? Ну давай возвращайся обратно. Ты давай вперед. Танк пробует вот здесь пробиться. Вперед. Чехословакии не хватает немножко снабжения, но я думаю, тут все будет нормально. Так, вот тут главное так, чтобы вас не окружили. А то вы можете. Тут вообще ничем не прикрывают. Вот так ишка и воюет. Это куда-то уходит. Уходит сюда, затем обратно сюда. Возвращается. Типа им не хватает тут, знаете... дивизий, можно подумать. Еще немножко осталось. Да что вы вот это, блин, ездите как идиоты. Да давай вот так атакуй, да и все. Сюда атакуй, тут атакуй. Что-то перемещается взад, вперед. Да, в этом новом DLC, который выходит тут на днях, опять обещали нам поправить, чтобы вот не было вот, так, вот такого вот, чтобы они не перемещались вот так вот по-идиотски. Угу. Смотрим. Обещать каждый умеет. Вот выполнить, не знаю. Здесь как-то некрасиво так стою. Давай вперед. Ты тоже можешь немножко продвинуться. Да и ты, я думаю, тоже можешь продвинуться. Так. Все, окружили мы тут их. Нет, ты стой. Ты атакуй. А вы помогите. Текст здесь прорвали. Шоп, пошли дальше на юг.
Что, еще не капитулирует? Угу. Кстати, по потерям я потерял 380 тысяч, немцы 5 миллионов, итальянцы почти миллион. Эти полляма, венгры там тоже огромное количество. Но это в основном вот эти потери в Венгрии из-за ядерных ударов мы их там бомбили их безбожно, можно и так сказать. Ой, тут сейчас танки начнут дохнуть. Это плохо. Гонконг взят. Отлично. Опа. Вот видите, что я и говорил. Только есть какая-то дырка, сразу туда лезет. Давай. Значит, мы полезем сюда. Так, тут мне достаточно вообще одной дивизии. Остальные давай куда-то вот так. Сейчас будем тут останавливать. Расставлять их здесь. Моторизированные будем вот сюда. Отправлять в сердце Китая. Бляха, тут хрен пробьешься. Так, что у нас здесь в Европе? Ну, они пока что выполняют свою задачу. Тут пока что. Пока что ждем. Еще раз повторюсь, почему я не иду на Германию. Потому что мне пока что невыгодно, чтобы она капитулировала. Ну, мне кажется, что если немцев тут, ну, если он капитулирует, то мне кажется, что все-таки не закончится война. Но кто его знает. Потому что и Италия, и Япония достаточно такие большие страны. Но правда немец, он как бы лидер альянса. Что фиг его знает. Хотя Япония, например, в реальной истории она же не капитулировала, когда немцы проиграли войну. Они же продолжили сражаться. Еще достаточно долго, пока им не кинули на головы два подарочка. Вот. Так, прорывайся к этому порту, чтобы нам тут снабжение шло нормальное. Да. Итальянские, немецкие войска. Китай. Давай. Сюда, тут я не вижу, уже бросили эти места. Давай вот отсюда введем еще 3 дивизии. Так, этих 4 тоже куда-то вон туда перебрасываем. Давай, вот тут еще нужно взять. Здесь что у нас происходит? Вот здесь можно наступать. Тоже одну оставить. Хотя нет, вы давайте тоже идите сюда. Хотя это и долго, но ничего. Ты давай у нас вот сюда, давай иди. И ты у нас давай иди сюда. А ты у нас вот так пойдешь. Так, хорошо. Продолжаем наше наступление. Здесь такое медленное, ползучее. Один так, другой так, третий так, четвертый так.
А что мои подлодки делают в Средиземном море? Они, может, как-то возвращаются куда-то? Что они делают? Они плывут куда? Сюда? А что они там делают? Я не знаю. Что-то делают. У них есть план, и они его придерживаются. Так, вперед. Сейчас давай вот так. Ты вот так. Ты вот так. Ты вот так. Ты вот так прорвись. Ты можешь сюда пойти. Ай. Тут кто-то есть, я не заметил. Извиняюсь. Так, что это такое? Перехват конвоев. Короче, исследуйся, неважно. Мне уже не нужны тут никакие исследования. Ого, а это что так? Это укрепился как-то сильно немец. Понятно. Значит, стой. Текс, ты давай сюда. Ты давай вперед. Ты можешь ему тут немножко помочь. Вы все сюда давай. Еще немножко потопили. Нет, это нам потопили. Ну, хер его знает, что они тут делают. Как они так наступают. Е-е-е, наконец-то. Один из китайцев капитулировал. Ну и чё, наступать-то будете, не? Не. Они просто тупо стали. Уберем вот это, уберем вот это. Нарисуем им. Какой. Вот видите, у него есть какой-то план где-то. А где, вот хрен пойми. Где этот план? Ну не видно же, чтобы был план какой-то. Цепись ты от моих подлодок-то. Ладно, тут пока что стоим. Фух. Ну и что мне с тобой делать? Нарисуй, допустим. Как-то вот так. Прикажу наступать. Вяленько. Ну, они, видите, не собирают какие-то ударные группы танковые. Они вот по две, по три дивизии как-то атакуют. И все. Где есть возможность. Конечно, можно поставить вот это агрессивно. Ну, тогда мне. Хотя у меня есть и ресурсы. Ну, всякое снаряжение. Да всякого добра мне хватает. Можно и такой поставить. Главное, чтобы не слился. Вот так вот, чтобы не слился, чтобы он вот такого вот не вытворял.
Так, вы капитулировали, говорите, да? Еще заводы. Тут, видите, производство не идет, потому что не хватает алюминия. Толку, что я и буду добавлять, если у меня не хватает алюминия. Купить его не у кого. Давайте уберем вот этот значок, чтобы он тут просто не мешал нам. На юг, кстати, вот тут можно наступать. Тут я точно не успею, прежде чем танк придет. Помоги ему немножко. Так, дальше. Ты у нас сюда идешь. Ты идешь вот у нас сюда. Ты у нас смещаешься и пойдешь вот сюда. Ты у нас вот так пойдешь. Ты у нас захватишь. Вот это вот все. И вот так, пока что. Как там Европа? Ну, прорывается, прорывается. Тут, вижу, тоже атакует. Может, здесь где-то какой-то план еще был нарисован. Черт его знает. А тут... полностью все оставили, да, хотя у тебя и тут нарисован план, но мы вот тут сделаем дыру огромную. Браво, браво, супер. Типа дивизии ему не хватает, а? Ну, хотя бы наступает. Уже хорошо. Уже нашим проще. Так, здесь я вижу... кстати, вот тут было бы неплохо уже все-таки добить. Наверное, 17 дивизий я смогу добить. Хорошо. Давай пробую атаковать сюда. Тут у нас порт. Так, одну дивизию мне здесь оставь. Ты вперед. И еще, пожалуйста, одну оставь. Танки плюс вот этих три дивизии у нас пойдет сюда. Нет, они не пойдут сюда. Стой. Они пойдут сюда. Тут как-то попроще. Куда они рвутся? Это, наверное, из-за того, что тут агрессивный вот этот план стоит. И он, типа, где видит, знаете, возможность, там он и прет. Давай поставим обычный. Он сейчас нам тут и Германию все возьмет. Вот тут, вижу, взяли тоже. Мелкие прорывы.
Так, ты сюда, ты вот так, ты вот так, ты вот так, ты пока что вот так. Ладно, ребята, наверное, на этом будем уже завершать данную серию. Продолжим уже в следующей. Вот, так что прощаюсь пока что с вами. Благодарю вас за внимание. С вами был Назар. Всем пока и до новых встреч. Ну вот, как видите. Ладно, я тут сейчас сам вручную разберусь. Ладно, всем пока и до скорого.